тяжел мой крест, уединение, преступные совести, мучения, нужда, недуги. Говорят, к цветущей юности возврат, под старость нам одно спасение. Отрада верная, живи, покуда кровь играет в жилах, останешь стариться, нарви цветов, растущих на могилах, и ими сердце обнови. Николай Некрасов. Зачем тебе дорога, если она не ведет к храму? Наверное, каждый человек рано или поздно задается этим вопросом. Каков путь к добру, к познанию, просвещению? Каково наше предназначение? Есть ли оно? Или, может, просто жизнь это и есть путь к храму? И как мы его пройдем? Невольно задаешься этими вопросами, попадая в волшебные леса Тавуша. Регион в Армении, хранящий тайны предков. На автобусах, грузовиках, пешком добираешься до монастыря Сарвях 13 века. Понимаешь, почему он в народе имел славу целебного. Край, куда свозили больных со всех уголков страны. Тут так тихо и спокойно, что все эмоциональные переживания, бури, невзгоды остаются где-то там, позади. И ты стоишь абсолютно ногой и прозрачный. Щебетание птиц меняется глубокой вязкой тишиной. Правда ли, что наши мысли материальны? Вполне возможно. По этому поводу было проведено много исследований. Одно из них с цыпленком и роботом в главных ролях. Правда ли это или нет, сложно сказать, но сила желания цыпленка, воспринимающего робота как маму и желающего быть рядом с ним, была так сильна, так влияла на действительность, что искусственная железяка по каким-то непонятным причинам все время возвращалась к пушистому желтому существу. И если воля цыпленка настолько сильна, насколько же человек может влиять на действительность? Сила мысли. Эта тема будоражит ученые умы с незапамятных времен. Не секрет, что мыслями мы влияем и конструируем нашу жизнь. Даем установки, мы общаемся со Вселенной посредством мысленной энергии, и она отвечает нам событиями в нашей жизни. Вопрос только в том, мы ли руководим нашей энергией, нашими мыслями, или мы как единый организм просто реагируем и откликаемся на вибрации извне. Очевидно, что в наши дни что-то с планетой происходит. К примеру, образно говоря, каждый год сердцебиение планеты с 1980-го увеличивается. Резонанс Шумана с 8 Гц увеличился до 38. В середине 20 века немецкий физик Отто Шуман вычислил, что между Землей и ионосферой существуют электромагнитные волны сверхнизких частот. Они измеряются грозовыми разрядами в пустоте между земной поверхностью и ионосферой. И это очень похоже на сердцебиение. Американский ученый, метафизик и геолог Грег Брейден уверен, с повышением пульса Земли сокращаются дни. У Земли, очевидно, есть пульс. И сейчас она дышит быстрее и меняет пространство, время вокруг себя. По расчетам Брейдена, в сутках сейчас на самом деле не 24, а всего 16 часов. Резонанс Шумана постоянно измеряют станции в разных точках мира. И мне кажется, хотя это очевидно, те места, где предки строили храмы, не случайны. Здесь отчетливо слышно сердцебиение и дыхание планеты. Ведь не только я чувствую, к примеру, попадая в эти точки, как будто время останавливается. Суета мыслей их, броновское движение замедляется и упорядочивается. Наступает божественное умиротворение. Это я отчетливо почувствовал Каптаванки, затерянном в лесу. Видимо, поэтому не хочется отсюда уходить. Синий монастырь, так в народе прозвали волшебное место, может из-за голубовато-бирюзовой лесной дымки, может из-за оттенка синего камня, из которого сложена церковь Святой Богоматери. Здесь очень спокойно и уютно. Сколько же молитв питали эти неоттесанные булыжники. И молитва ведь тоже мысль, идущая от сердца, настоящая, искренняя, прямо влияющая на наше состояние, спасающая нас в минуты отчаяния и печали. Молитва собирает нас и направляет, успокаивая и помогая пережить смятение и невзгоды. Вновь возвратился к началу разговора.
Да, мысль материальная, и мы связаны с природой, с божественным гораздо больше, чем нам может показаться. Просто порой в погоне за ложными ценностями мы теряем связь с истинным. Но стоит нам остановиться, вдохнуть, как мысли восстанавливают перекошенный баланс. Желаю вам выбираться как можно чаще в те места, где вы чувствуете себя счастливыми, свободными, где звучит божественная музыка природной полифонии и чистая искренняя мысль, устремленная ввысь, помогает обрести душевный покой.